Рада видеть вас на своем канале. Сегодня мы с вами отправимся в магазин Lime на поиск интересных весенних новинок. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забывайте подписываться на канал. Приятного просмотра!
вот такое красивое черное платье длинной мини, приталенный силуэт, воротник и манжеты расшиты кристаллами. Еще одно платье, очень похожая модель на предыдущее, только на этот раз в горошек, золотой фурнитурой и вот таким красивым контрастным воротником. Классный комплект жилет и брюки. Вы только посмотрите на эти разрезы. Брюки мне немного длинноваты, но их всегда можно укоротить. Жилет идет приталенный, с открытой спиной. У жилета глубокий V-образный вырез с широкими прямоугольными лацканами. Смотрится вместе с брюками очень здорово. Такой стильный, интересный, необычный костюм. С этими брюками я также решила примерить вот такую укороченную блузу в горошек. К ней идет чокер в виде розы. Он съемный, так что вы можете носить как с ним, так и без. В этой блузе зауженные манжеты. Также внизу она идет на резиночке. Смотрится достаточно неплохо, особенно с такими необычными брюками. Очень красивое черное облегающее платье длинной миди с таким элегантным разрезом. Платье из рельефной ткани на основе вискозы. Прекрасно подойдет как базовая вещь. Также в Лайме есть такие платья в цвете слоновая кость, но в Минск пока еще не доехали. А если к платью добавить вот такой акцентный блейзер, то у вас получится очень стильный и яркий лук. Еще один образ с этим пурпурным блейзером. Он однобортный, прямого кроя, с заостренными лацканами. В составе 30% вискозы и 6% эластана. К этому блейзеру я добавила вот такое поло. Кстати, в Лайме сейчас большой выбор пола. И лазурные джинсы-варенки. Получился такой классный, расслабленный образ. Решила примерить еще одну новинку Lime, такую приталенную рубашку из вискозы с длинными рукавами из бахромы. Смотрится достаточно здорово, но в жизни будет непрактично. Пишите в комментариях, рискнули бы вы надеть такую рубашку? Очень понравилась эта стильная оверсайз рубашка из 100% хлопка. К тому же она еще расшита кристаллами.
Кстати, в лайме есть такая же в васильковом цвете. Друзья, спасибо, что смотрите. Пишите в комментарии, какие из образов понравились. И не забывайте подписываться на канал и ставить лайки.